Привет, стратегические жевжики! Вы видите и слышите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. Кстати, меня часто спрашивают, кто такие жевжики? А кто такие жевжики? Большой-большой секрет. Прошел месяц, пришло время опять обратиться к вам за помощью. Напоминаю, Россия напала на Украину. В связи с этим многие иностранные компании ушли из России, в том числе и Google с YouTube, отключив монетизацию на Россию и спонсорскую подписку. И у меня больше чем на 60% с тех пор упал доход на канале, а меньше денежков, меньше видео. Тем не менее, это, по-моему, уже третье видео, в котором я обращаюсь к моим зрителям. Есть много способов поддержать канал финансово, чтобы я продолжал выпускать видео в том объеме, который был до всего. Ну, в том объеме, наверное, в любом случае не получится, потому что тут не только финансовые проблемы, но и психологические, потому что очень тяжело на самом деле во всем. Ну, я думаю, вы все сами понимаете, кто с подобным столкнулся, и вот дальше я там буду зачитывать ваши сообщения, это будет видно. Ну, благодаря вашей поддержке, видя, как вы меня поддерживаете, что вам необходимы действительно вот эти все обзоры, прохождения, рейтинги и так далее, и так далее, и так далее, меня это вдохновляет и заставляет все-таки садиться и делать видео. Так вот, в описании к этому видео в прикрепленном комментарии есть реквизиты, куда вы можете перевести денежку. Обязательно пишите какое-нибудь сообщение. В первую очередь это PayPal, потому что он мне приходит без всяких комиссий. Ну, там что-то за перевод есть, но это минимально. Во-вторых, стать спонсором канала, ну понятно, это вообще не везде доступно, либо перейти на более высокий уровень спонсорства. В-третьих, криптовалюта, у меня там опять же в описании есть биткоины и Ethereum, что ли он называется. И в-четвертых, Donation Alerts, я эти сообщения зачитаю на стриме, но через Donation Alerts это максимальная комиссия получится. Они там себе 7% заберут, по-моему, или чуть ли не 10% еще там куда-то перейдет. Так что это в последнюю очередь я бы вам рекомендовал пользоваться. Так вот, отчитываюсь за последний месяц вот с прошлого видео, кто что наприсылал. Во-первых, Артем Космына. По-моему, правильно, надеюсь, прочитал имя, фамилию. С сообщением: в этот раз инвестиция в Big Mac, который скоро вернется в Украину. Далее, Максим Сонкин, без сообщения, но приличную сумму прислал. Большое спасибо, Максим, Артем. Дальше, Дмитро Черненко. Это все через PayPal приходило. С сообщением: героям слава, спасибо тебе за поддержку, Леш, за кукареканье, в кавычках. Все ты правильно думаешь и делаешь, как по мне. Людям нужно отвлечься, тем более тем, кто ежедневно находится в воях сирен, смертей и постоянном стрессе. Я хоть сам за границей сейчас, но ежедневные разговоры с родными и близкими доводят до боли в сердце и плача. Мы снова Московска, Днепр, область. К счастью, все живы и здоровы из моих родных пока что. Продолжай, пожалуйста, ты нам нужен. Пока пишу тебе, то слезы наворачиваются. Слава Родине! Поиграть с вами можно как-то в ЦИВУ, оформить спонсорство и зайти в Дискорд? Да, в Дискорде я собираю, то есть ссылка на Дискорд тоже в описании всегда есть ко всем видео. Просто переходите и ждите, когда я буду собирать игру, или сами собирайте игру, тоже возможно. Ну, давай, держись, Дмитро, и спасибо за поддержку. Юрий Похылко или Похылко, тут просто на латинице написано, поэтому сложно правильно прочитать. С сообщением: привет из Одессы, Украина, спасибо за твои видео и особенно за твою позицию и поддержку украинцев. И тебе, Юрий, спасибо за поддержку. Олег Хромоляк, видимо, правильная фамилия. Делай видосы дальше, а мы будем... Матерное слово написано, не буду зачитывать. Константин Романюк тоже прилично прислал, но это и старый спонсор канала на самом деле. Слава Украине,
Украине для друзей Украины не жалко и последние рубашки. Дмитро Мандыбура очень большую сумму прислал. Большое спасибо за поддержку, Дмитро. И пишет: «Привет, твои видео помогают отвлечься и почувствовать поддержку от тебя. Так что продолжай, если есть желание». Кузи Карапузи, видимо, так правильно читается, прислал денежку с комментарием на подтримку штанцов от Жевжиков. Видимо, белорус, судя по укороткому в сообщении. Максим Голодюк прислал даже несколько транзакций. Большое спасибо, Максим. Жалко, что без... А, нет, вот есть сообщение в одном. «Здоровья бажаю, я відмовився від алкоголю на час войны. Це выбор кожного». Видите, еще и антиалкогольная кампания у нас проходит. Максим, большое спасибо. Так держать. И большое спасибо за поддержку. Дальше. Александр Медведев приличную сумму прислал, но без сообщения. Ну, это тоже, по-моему, спонсор канала, кстати, один из. Дмитрий Шильников прислал тоже без сообщения. Артем Иванко очень большую сумму прислал. Большое спасибо, Артем. Или Иванко. Я тут не уверен, Иванко или Иванко. Большое спасибо. Жалко, что без сообщения вы это все делаете. И последнее. Артем Шмалий. Ну, это, по-моему, было во время стрима еще. Он и на стриме донат прислал, и потом еще в PayPal. Большое спасибо, Артем. Три транзакции были через криптовалюты. На Ethereum пришло 0,01 Ethereum и два раза по 22 десятитысячных Ethereum. Так что... А, это ж можно сказать, сколько это в долларах примерно. Это примерно по $2.5. Последние две акции, а первая была где-то $11.5. Так что спасибо. Тут непонятно откуда, и сообщений никаких нету, но спасибо тем, кто переводил. И, наконец, спонсоры, которые перешли на более высокий уровень, чтобы я получал побольше денег. Антон Шакало, Макс, Юрий Сорокин, Глаудварф ГМБХ, Александр Медведев, Александр Кравчук, Грейт Годжа, видимо, Андрей Велент и Максим Голота. Это тот же Максим, который через PayPal посылал. Большое вам всем спасибо, кто в это сложное время поддерживает игровой канал, который, казалось бы, к войне никакого отношения не должен иметь. Я буду стараться оправдывать вашу поддержку. Еще раз напоминаю, куда что посылать в описании в прикрепленном комментарии. PayPal, спонсорство, более высокий уровень спонсорства, криптовалюты и Donation Alerts. Еще я хотел с вами обсудить, надо ли мне Patreon заводить. Потому что я думаю, может быть, для кого-то вот это посылание через PayPal останавливает. Для них не очень очевидно, что там что-то доходит, что это что-то получаю. Я, правда, не знаю, что я смогу предложить патронам на Патреоне, но там хотя бы будет визуально видно, типа, сколько человек на какую сумму меня поддерживают. Может, это кому-то из вас важно. Но, опять же, для россиян туда не будет доступа. Я знаю, что некоторые россияне мне писали, чтобы я заводил Boosty. Я еще раз повторю, смотрите, любые российские сервисы, тут даже не дело в том, что они там могут мне деньги как-то переслать. Российский сервис из своей прибыли платит налоги в российскую казну. И за эти налоги, соответственно, покупается оружие. Я понимаю, что переводы мне – это капля в море, но я ни в каком виде не хочу всю эту фигню поддерживать, чтобы через мое творчество, через ваши донаты шел какой-то процент российскому правительству, и на этот процент они бы делали ракеты, которые бы шмаляли в украинцев. Нафиг? Нафиг это надо? Я как-нибудь немножко переживу всю эту фигню. Будет чуть меньше денег, но чуть больше душевного спокойствия. Так вот, про Patreon ваши мысли тоже напишите, пожалуйста. Да, а на фоне у меня идет партия, в которой я играл за Персию года 2 назад. Она будет выложена только для спонсоров. На
YouTube-канале у нас есть бонусы для спонсоров. Во-первых, они все серии прохождений сразу получают. Во-вторых, для них есть эксклюзивный контент. Вот, например, вот эта партия за Персию будет только для них выложена. Так что вы не только поддерживаете, но и получаете что-то особенное. Да, в принципе, по ощущениям, то есть, как я сказал, я 60% дохода потерял, но вот то, что вы мне прислали, плюс там переход на более высокие спонсорства, у меня по ощущениям где-то 30% отыгралось. Очень приятно, что вы поддерживаете канал. Я, соответственно, буду стараться делать видео, которые будут вам повышать настроение, и чтобы эта бессмысленность происходящей бойни как-то уходила. Я понял свою задачу, я понял, что мне надо делать, и это тоже вдохновляет. Еще раз большое спасибо тем, кто уже поддержал, большое спасибо заранее тем, кто после этого видео будет что-то присылать. На этом все. Играйте в умные игры, слава Украине, живее Беларусь, и Россия будет свободной. Всем пока.